Чё, здорово, бандиты. Вы знаете, у меня есть тачка BMW M5 E60. Я на ней получаю колоссальное удовольствие. Да, действительно, есть машины, которые могут меня жахнуть по скорости. Но я эту тачку собрал не для того, чтобы жахаться. Я эту тачку собрал для того, чтобы ездить боком, получать удовольствие. Вообще, кайфовать от управления своего автомобиля. Я очень уважаю людей, которые берут и строят под себя тачку. Они выбирают ту мощность двигателя, которая им интересна, и добиваются ее. Они делают тормоза, они делают в целом автомобиль. Банда, сегодня у нас E34 M5. В этой тачке стоит двигатель от другого кузова. Полноценный, настоящий двигатель М. Это как настоящие мужики такие, блядь, железными яйцами прям такие. У меня М, я буду побеждать. Объем 5 литров, ни турбины, ни компрессора, 400 лошадиных сил и 500 крутящий момент. На тех тачках тоже была механическая коробка передач. И здесь не было, я думаю, особого труда ее поставить. Конечно, это технически нелегкая работа, но человек кайфует. Для справки, всего автомобилей официально у BMW, выпущенных в этом цвете, в этом кузове, в этой модификации, 5 штук. За 6 лет они выпустили 12 тысяч машин. Каждую машину собирали вручную и делали ее почти 2 недели. В данную тачку поставили тормозную систему от McLaren SLR. Есть вот такая вот надпись BMW Motorsport. Очень необычное ощущение. Я не знаю, ничего в этой ручке нету, она обычная. Сука, тут вот какая-то резиночка. Она обычная, но BMW Motorsport. Потому что ты понимаешь, ты когда садишься в эту тачку, ты понимаешь, что эту тачку собирали для того, чтобы наваливать. И собирали, скорее всего, те люди, которые сами наваливают. Я в этом уверен. Вообще, на самом деле, я думаю, это последняя тачка тех годов в моих тестах. Потому что я уделил внимание семерке, 124-му, ну и вот этой красавице. Ну, люблю я эти машины. Должен про них рассказать. И хватит мне предлагать всякое говно на тест-драйв. Давидыч любит либо новые злые тачки, либо просто злые тачки. Здесь заниматься этим очень неудобно. Я могу сказать, что всего 700 машин есть в природе, вот, у которых заднее сиденье вот так разделено. Тут и сидеть неудобно, зато ехать можно достойно. Так, ну что, залезем в багажник, посмотрим, что у нас тут происходит. А тут интересную вещь ребята сделали. У этих тачек болезнь заключается в том, что трескаются задние стаканы, особенно у людей, которые любят раздавать бочком. Поэтому ребята варили такую кастомную распорку, чтобы жопа увереннее себя чувствовала. Олдскульный значок, ну это, конечно же, не номера, это просто такие наклеечки. В этот цвет можно было заказать машину по индивидуальному заказу, и цвет этот принадлежит тех годов Антрей. Вот эти зеркала, они же неудобные. Они очень стильные, очень прикольные, но неудобные. Более того, я скажу, что мне кажется, они под этот дизайн не подходят. Единственное, что меня в этой тачке отталкивает, это зеркала. Видите, из-за того, что поставили мотор, и сюда не влезают штатные короба, пришлось поставить фильтра на нулевого сопротивления. Я на самом деле противник их, но я вот вижу, что здесь они по фэншую сделаны. Здесь правильная такая сеточка, которая препятствует попаданию песка в двигатель. Так, что у нас тут еще есть? Ну, прикольного цвета салон, механическая коробка передач, электронная рулевая колонка, мультируль, магнитола от Porsche. Это будет короткий тест-драйв, потому что стоять и умничать около такой тачки является абсолютным бредом. Садимся, включаем звук погромче, делаем большое разрешение, большой экран и по***. Легенда, да еще с очень хорошим мотором. Электрические сиденья. Вообще кайф. Очень хорошо стоит. Гидроусилителю пи***ц. Гидроусилитель умирает, потому что когда ты встаешь боком, выкручиваешь руль до конца, он давление держит, большие обороты, большое давление, и лепестки на гидроусилителе погибают.
вообще пи***ц будет по городу. Ощущение от машины очень интересное. Мы едем без капота. Вообще прикольная штука ездить без капота, да? Каждый же подбирает бабу под свой вкус. Хочу, чтобы были такие сиськи, хочу, чтобы была такая задница, хочу, чтобы был такой нос там. Тут она молчала, тут пусть что-нибудь попи***т. И тут то же самое. Я чувствую, что это не моя женщина. Ну, то есть это женщина чья-то, какого-то мужчины вообще подозрительного. Они по-особому, ну, трахаются. Я со своей, как бы, углы раздаю. Мы любим музыку послушать. Мы любим массажи поделать там мне какие-нибудь. Заднее сиденье любит мои бачка потрогать и так далее. Здесь Масутра какая-то. Отвечаю. Здесь просто... Во-первых, они орут на всю улицу в майонке. Прям хуй. То есть, во-вторых, они желтого цвета. Ну, привлекают внимание. Мы с сексом так делаем, но он мужик. Мы просто едем и говорим, мы на золотой машине едем, два грузина едут на золотой машине. Что такое? Очень весело, очень весело. Просто привет. Здорово, здорово. Блин, жесткий товарищ. А у них вся дамажа какой-то с Ромой. Короче, надо ехать в город. Я приехал посушить свои штаны, потому что эта тачка способна сделать так, чтобы они были мокрыми. Всегда какие-то недостатки, когда ты делаешь какой-то, ну, кастом, да? То есть, когда ты собираешь свою машину, знаешь все нюансы, они же не новые, у меня тоже не новое. Тоже бывает, что-то там отвалится, что-то где-то это самое. Приходится покупать новые пистончики, новые пластмассочки, новые резиночки и так далее. Вы поймите. Ведь вопрос в любви к машине. Но истинная любовь, она же у кого происходит? У тех, кто любит друг друга. Мне эта тачка нравится, но я ее не люблю. Ее любит ее владелец. И у меня был брат, который очень любил свою тачку. И она была точно такой же. Он наваливал по-серьезному. И звали его Георгий Тавзад. Он погиб при трагических обстоятельствах, которые произошли во время пробега с Матра Ран в 2013 году. Предлагаю посмотреть небольшой ролик, как он наваливал на своей деточке. Так что вопрос отношения к тачке, любви к своей машине, это же не просто железка, это душа. Мы стараемся, мы вкладываем деньги, мы вкладываем силы, мы вкладываем время, мы все вкладываем в эти тачечки. Мы как большие дети. Мы играемся в эти машинки, они нам нравятся. Нам нравится, как она едет, нам нравится, как она пердит, нам нравится, какого цвета она, нам нравится, что там в салоне.
И мы кайфуем однозначно от того, как на нас реагируют окружающие. Фанаты. На обычно нам, в принципе, да, вот так вот он умел ездить, вот так вот он наваливал. Поеду еще понаваливаю. Ну, очень нравится, прикольно. Пам-пам-пам. Да-да-да. Да, это не Тесла. Мы любим эти тачки. Мы прям дышим этим, живем вот этим дымом, вот этим визгом, вот этим кайфом, вот этой опасностью. Сердце бьется. Всем BMW братьям привет. Да вообще всем, кто следит за своими тачками, любит и тюнит, всем привет. Это был тест-драйв от Давидыча. Хорошая тачка. Забыл. Всем владельцам Grand Cherokee. Пам-пам-парам-пам. Пам-пам-пам-пам. А владелец еще не приехал, да? Слушай, пойду-ка я еще.